Пошла вода по трубам, горячая, кипяток пошел, ртуть. Лава пошла по трубам. Ну что, всем привет, мои хорошие, мои любимые. Вы попали на канал Бурманки Владислава, либо же Баронджо, и финал начнется уже завтра. Ура, Евровидение подходит к своему концу. Очень жалко это наблюдать, но, мои куколки, мы провели с вами шикарнейший евросезон. Я уверен, что он всем понравился. Я думаю, что мы не будем заканчивать на этом. Оставайтесь со мной на моем канале, у нас еще очень много прямых трансляций во время голосования завтрашнего на финале. Оно будет очень длинным, потому что будут оглашать результаты голосование профессионального жюри уже в финале. Мы увидим все оценочки. Поэтому, мои хорошие, мои любимые, жду вас на прямых трансляциях, на первой реакции. А сейчас мы запишем видео про финал. Материна, рекап на канале Евровидения появился у всех выступлений. Посмотрим, как расставили участников, круто или не круто. Как они сочетаются между собой, какое у нас разнообразное шоу получается. Ну и увидим, что да как. Поэтому, let's get into react. Так, grand final. Она открывает полуфинал у нас. Эленочка Цагарину наша. Местная Леди Гага. Рита Ора, Алеандро, Херандро. Я по-всякому всю куколку называю, но она секс. Она прям и на сцене секс. И когда она интервью дает, она прям такая сексуально-сексуально. Дальше у нас тоже платье немножко после первого выступления стало получше. И уже у нас оно в Албанию превратилось. Такой контрастик с Эл Диабло у нас будет. Евровидение любит контрастики. И пошла у нас самая такая высокая нота в этом году. Шоу у него, конечно, с этим кокошником, он как-то раскрутился, пожмакался. Кто на него жопой сел, на этот кокошник, что он такие пожеванный. Как будто бы реально это какие-то кишки повытягивали с живота. На репетициях он красивее выглядел. Амазонка. И пошла Бельгия, которая прошла в финал. Наверное, на грани она прошла. Но это будет тоже фирмово. Фирмово выделяться. Они 20 лет на сцене. Это группа, поэтому они достойны. И Манижа пошла рвать. Все по кругу борются, да не молятся. Что-то платье, там мумия стоит. Манижа на коленях. Ну это да, конечно. Куколка Парве. С бантом на голове. И пошла моя победительница. Я аж за цього. Воды, воды, воды. Пришла наша амазонка. So if I show some skin, doesn't mean. Она очень крутая, материна куколка. Португалия, которая сейчас на 8-м месте у букмекеров, обновляю пока что. Букмекеров, да? Да, 8-е место, боже. Это, конечно, неожидаемо, да? Темная конячка какая. Я угадал, что он пройдет финал. И мои, ух! 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 Зам-зам-зам-зам. Прошмандовочки из Сербии лучшие просто. А я статка самофина. А кем ты зам-зам-зам, меня зам-зам-зам, да вечером нам, а не бури лампу. Конечно, жалко, что они не во второй половине. Ой, господи, помилуй. Ну и стыд, позор этого Евровидения. Это большая пятерка, которая нас открывает в финале United Kingdom. I'm sorry, zero points. Это... Фу, это... Если бы это было в полуфинале участвовало, нет, оно там и осталось просто. И вошла Румыния, которая должна была войти. Let's get physical. Physical. Такая, да, знаете, дубка-липка. Дубка-липка зажигаю. Подпольно. Наш рэпер из Швейцарленда. Да, после LS Dance такой контрастик. У нас пошел рэпер на французском, че на каком это он поет? Switzerland. Sweet.
Якийсь план. Моє второе место. Ой, жалко, что у них не будет, но репетиция у них отличная. Они на репетиции отдались по полной, поэтому... Ой, это такая красивая. Это его жена слева. Кто не знает, жена слева беременна от него стоит. Самая левая. Ну и сейчас у нас Blas Canto. Очень дорогое выступление тоже. На третьем месте он у меня среди всех больших пятерок и одной страны Нидерландов. Это луна, это нарисовано. Это не задний экран, это прямо она нарисована в 3D. Очень дорого этот номер стоит, конечно, но под такую песню могли бы не стараться. Самая длинная нота этого финала. Самая высокая уже была, самая длинная сейчас будет. Она как комарыха поет. Прям над ухом, которое жужжит комар ночью в 3 часа ночи или в 6 часа утра. Ну и стыд, позор этого финала тоже. Он занимает чье-то место из полуфинала. Своим факт я выступаю. Стыд, позор, я не знаю. Где наш прошлогодний Бен Долич? Фу, рыгачьё. И пошла рвань. Это будет просто. Боже, камера там рвется, прокидается. Мужики! И пошел контрастик. Наша Болгария. Очень мне понравилось, как сыпется песок. И потом он чик и обрывается. И это означает, что жизнь может оборваться. Потому что песня называется «Взрослее мы стареем». Трогательно очень. И потом опять пошел контраст. Танцевальные фрики. Такие вот. Фрики-фрики-фрики-фрики-квин, фрики-квинг. И пошла отрыв просто. Go Andromeda, go A, Alpha. Заплетися шуме барвіночком. Тру! Я тобі спіймаю весь сніночку. Тру! Піці! Вуаля, 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 гейжу сві, мамала, мемі сі. Наша Франция. Первое, возможно, место в этом году. Очень трогательное выступление, для которого не нужно ничего сзади лишнего, только фонарь. И еще на полу потом появится что-то интересное. И пошла, 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 пошла вода по трубам. Горячая кипяток, пошел ртуть. Лава пошла по трубам. Матахари. Мама-мама. Мама-мама. Матахари. Секс, секс, секс. Матахари. И пошел потом Тикс, Fallen Angel, любовный треугольник. Евровидение. Норвегия и Азербайджан. Хитовая песня, конечно. Она как-то так звучит интересно. Синдром Туретта, там все. И стыд, позор этого финала. Тоже страна, которая автоматически занимает чье-то место. Песня про брокколи. Ну, понятно, что это не брокколи, я шучу, но... Стыд, позор, да? Вот. Только две стороны большой пятерки постарались. И вот сейчас большая пятерка взрывается. Первое место по букмекерам, сколько процентов? 26% на победу. Второе место Франция, да? Да, 20%. Они вроде бы рубашечку наденут. Сосочки видно уже не будет. То Сенхит засветила своими сосочками во время первого полуфинала. Ну, тоже такое разочарование от Швеции. Не Дотер, не мамочки поехали, а он. Ну, как вам сказать? От него не идет энергетика, та, что должна идти. Ну, то есть он вышел и вышел себе. От мамочек и шла энергетика. А у Дотер была реальная песня, которую ждала вся Европа, все еврофанаты. И все, адреналин, Сингхит. Странно, что, конечно, Флорайду не вписывают в титры. Ну, его вообще нету, как будто бы. Только там на заднем фоне пишется, что Флорайда.
Кстати, цей Флорайда сьогодні загрузив сторіс, що він в Амстердамі. Євровидение в Амстердаме, то есть Флорайда, ну вообще типичный американец, который не понимает разницу между Амстердамом, Роттердамом и Нотр-Дам-де-Пари. Ну, для него это одно и то же. Мои куколки, мои хорошие, мои любимые, мои наивные албанские девственницы, мои порноактрисы и порноактеры. Я надеюсь, что вам понравилось быть со мной. Этот финал будет неожидаемый, будет очень нервным. Всех нас завтра будет трясти, поэтому спасибо вам за просмотр. Пишите в комментариях, кто для вас победитель. Напишите свой топ-3, топ-5, топ-6, топ-53. Напишите в комментариях, буду всех лайкать. Интересно, какое мнение у большинства. Спасибо за просмотр и встретимся на финале. Это будет грандиозно. Пока-пока! Бай!